Приветствую вас на канале Александра Кук. Сегодня я буду делать супервкусный и суперлегкий шоколадный торт, используя только 3 ингредиента. Самым главным будет шоколадное печенье. Я использую Орео. Для приготовления нам понадобится 28 печенек. Отделяем крем от печенья. Кладем в пакет и хорошо измельчаем печенье скалкой. Если у вас есть блендер, то обязательно им воспользуйтесь. При этом можете не отделять крем от печенья. Если же вы трудяга, как я, то делайте все руками. Затем перелаживаем измельченное печенье в глубокую тарелку. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Добавляем 1 стакан молока, примерно 245 мл, а также крем от печенья. И все хорошо перемешиваем до однородности венчиком или можете воспользоваться блендером. Так гораздо быстрее. Берем форму для выпекания и смазываем ее растительным маслом. Если у вас не силиконовая форма, то на дно обязательно положите пергамент. Выливаем нашу смесь и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Кладем торт на решетку и ждем, пока остынет. Делаем ганаш. Берем 80 мл горячих сливок и добавляем 80 грамм темного шоколада. Все хорошо перемешиваем. Покрываем торт сверху готовым ганашем. Украшаем тертым шоколадом. Торт вышел мягким, нежным, ароматным и таким простым в приготовлении. Обязательно попробуйте. Спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, впереди еще много проверенных рецептов. Всем приятного аппетита!